или лица без гражданства. Также это факт регистрации рождения на территории Российской Федерации лица, если он автоматически не приобретает гражданство Российской Федерации. И также это факт утраты гражданства Российской Федерации человеком, который в данный момент находится на территории России, но по каким-то причинам утеряна им возможность. Есть также основные основания для прекращения гражданства. Это, в принципе, сюда тоже можно отнести. Это факт выезда за территорию Российской Федерации, смерти, либо отзыва гражданства, а также это может быть в судебном порядке, кстати, это происходит процедура, а также это может быть вступление в законную силу решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявление в судебном порядке его умершим. Ну, собственно говоря, что еще можно здесь сказать? Что факт въезда и выезда гражданина с территории Российской Федерации сообщается органами...